действию, друзья! У нас новый полигон, это отлично. По поводу погоды Кори, как всегда, договорился, это тоже отлично. Всех ждем к нам в гости. Обычно открытие сезона проходит в начале мая, но в этом году из-за известных всем обстоятельств игра состоялась в конце августа. Это не единственное отличие от прошлых лет. Впервые за долгие годы открытие проходило с участием военной техники. В сценарии игры были введены новые экспериментальные элементы. Но главное, что осталось неизменно, стремление участников играть в любых условиях и обстоятельствах. Вот реально очень резкий такой вход в игру. Обычно там куда-то расползаешься, позицию занимаешь, как-то тут прям все бегом. Ну, наверное, потому что открытие сезон все-таки непростой для всех вышел. Действие игры происходит на территории вымышленного государства Икслан. На его земли вторгаются две крупные державы. Союз Соединенных Северных Республик, желтые, и Лига Южных Штатов, синие. Одной из первых задач для сторон вторжения была разведка плацдармов на территории Икслана. Где ты находишься? В высоте тоже подошел. Прямо по дороге. На начало игры у крупных сторон было несколько основных задач. Первое — захватить и удерживать точки снабжения, которые были изначально нанесены на карту. Всего их было 6. Один час удержания точки приносил стороне ее контролирующей 1 балл снабжения. Они сейчас кучкуются за дымом, уже там порядка 6 человек сейчас. Один из ключевых моментов в игре — битва за штаб Икслан. Это высота в центре полигона, которую на начало игры контролировала третья сторона — вооруженные силы Икслан, отмеченные зелеными повязками. Их основная задача — противостоять внешней агрессии и мешать захвату своих территорий. Менее 2 часов понадобилось стороне Люш, чтобы выбить вооруженные силы Икслана с их позиций и, опередив СССР, занять ключевую высоту. После этого они получили возможность выполнить и первое пакетное задание. После неудачи в битве за холм, желтые получили шанс исправить ситуацию. Для этого им нужно было захватить запасной командный пункт вооруженных сил Икслана. Очко сомкнуть, ты видишь, таки примкнуть. Основная задача на начало игры у обоих атакующих сторон — установка штаба. Первыми с ней справились желтые. У нас был очень такой специфический штаб, то есть весь штаб, он там был из 2 бойцов. И по задумке мы не хотели никого оставлять в штабе, и штаб мы разместили просто где-то в лесу. После установки штаба желтые бросили свои силы на захват ЗКП. Но и попытки выбить синих с высоты Икслан не прекращались. В этот период желтым приходилось воевать на 2 фронта.
первую точку, которую мы развернули, это непосредственно самый частый запрос, который я получал из полей. То есть, если там про мертвяк мне, по-моему, ни один из командиров не говорил, то про нехватку боеприпасов мне докладывали регулярно, причем с большого количества направлений. Приходит Петрович, говорит, дай мне что-нибудь сделать. Я говорю, слушай, вот там вот есть танк, надо, чтобы он оказался вот там. Он понял, забрал танк с бойцами и куда-то там пошел. И через какое-то время мне докладывают, что мы там все сделали правильно. Основная задача всей игры – используя накопленные очки снабжения, установить на найденных плацдармах точки обеспечения – РЛС, склад ГСМ, мобильный госпиталь и склад боеприпасов. Удержание каждого такого объекта приносит стороне одно очко победы в час. Помимо этого, очки снабжения можно тратить на уничтожение вражеских точек обеспечения. Для этого можно использовать дистанционный подрыв с помощью минометов или подрыв с установкой взрывчатки. И то, и другое действие выполняет посредник, которого должны сопровождать живые игроки. В 7 вечера ситуация сложилась следующим образом. Желтые установили склад боеприпасов и мобильный госпиталь. Синие — только мобильный госпиталь. Контролируя X-LAN, они используют его как плацдарм для проведения операции на территории противника. Южный фронт обеих сторон несет потери, но удерживает позиции. Зеленая сторона вытеснена на северную границу полигона. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Я просто уже видел, насколько измотанными были люди, которые шли вот на вот эту вот непрерывную мясорубку южнее озера. Вот, и мы начали их менять. Каких-то людей приходилось задерживать, какие-то позиции приходилось вообще оставлять там на пару человек, чтобы, соответственно, успеть вот эту вот ротацию такую провести. И, соответственно, в этот момент у нас стали поступать как раз вот информация с разных точек полигона о том, что, в принципе, мы на грани, наверное. То есть, если бы был какой-то масштабный штурм, мы бы, наверное, X-LAN потеряли, может быть, даже противник раньше узнал о расположении каких-то наших, ну, развернутых точек. Звездочку и номер на... Несмотря на проблемы с количеством игроков и проведением плановой ротации, синие смогли в течение одного часа установить сразу две точки обеспечения – склад боеприпасов и радиолокационную станцию. Начало темнеть, и им пришлось оттянуться к X-LAN-у. Мы под покровом ночи дошли до точки, нашли ее. К нам пришли стражи ада. Ее устанавливать. Мы понимали, что мы на стороне озера противника. Мы понимали, что, в общем-то, мы у него под носом. И в какой-то момент я понимаю, что у нас идет атака. У меня вырубают бойцов по одному. Я вижу, что они уходят, мертвые. И в этот момент приходит полный писец и всех просто выбивает с того же. Через некоторое время после установки склада ГСМ диверсионная группа синих уничтожает госпиталь желтых. Зеленые захватывают и уничтожают склад боеприпасов синих, а через 40 минут желтые окружают, блокируют X-LAN и подрывают госпиталь синих. В 3 часа 38 минут зеленые теряют свою последнюю точку. Уже на рассвете стороны получают задание по поиску упавшего беспилотника в центре полигона. Его необходимо найти и 20 минут добывать данные. После этого живыми доставить данные в штаб. В течение следующего часа синие уничтожают склад боеприпасов желтых, и обе стороны восстанавливают свои госпитали. Тоже противник!
По сценарию, стороны могут восстанавливать точки до 7 утра. Поэтому в течение следующего часа соперники заняты в первую очередь строительством точек обеспечения. Что ты находил здесь? Я ничего не видел, на землю смотрю, никаких беспилотников на земле не видел. А что видел? Грибы. Живу в лесу, малюсь, колесо. О, колесо видел. Колесо видел. Да. Колесо это... Задача по поиску беспилотника заняла у желтых немного больше времени, чем у синих. Смотри, нас проходили меньше 100 метров здесь там. В районе двойки. Соответственно, клетка буквально и все. Давно ты здесь? Давненько. Давненько. Что-нибудь необычное было? Было. Что было? Колесо видел. Еще помимо колесо. Колесо от чего? Да хрен поймет. Да. Пойдем покажу. Пойдем покажешь колесо. Вот, я видел колесо. Еще что-то было. Колесо здесь было? Да, было. Что необычное с колесом? Откуда колесо в лесу? Ты че? Колесо в лесу. Кроме колеса было что-то неизвестное? Ну, вот яма, говорю, непонятная. Яма непонятная. Вот это яма. Да. Ты ебаешься, я не полезу. Грибов здесь нет. Везде есть, а тут нет грибов. Зордок такой простой, я говорю, а штаб чей? Да хуй ее знает. Нормальный ебать расклад, да хуй ее знает, чей штаб. Слышь, лезь яму, кончик, тут тебя и завалит. 2 hours later. Может, тебе грибов дать? А ты нам скажешь, что еще необычного. Да вроде больше ничего не видел необычного. Шума не слышал никакого. Жужжание, было что-то такое. Что было? Жужжало. Свист правильно? Какой-то. Ненавижу его. Иди на... С 8 утра начинается фаза уничтожения точек. У синих на начало 4 точки, у желтых 3. Снова появляются зеленые. Их задача в утренней фазе – захват и удержание ЗКП и штаба X-LAN. А сколько у них там в обороне, спроси? Шестеро. Шестеро всего? Остальные тут не делают. А вас всего сколько на штабе? 5. Было 6. Один пропал. Вон он. После потери ЗКП зеленые захватили штаб X-LAN, что создало для синих логистические трудности. Я сейчас с Достоевского послал поджимать виски. Скажи, пожалуйста, своим, что мы виски будем поджимать параллельно с другой стороны, чтобы быстро его зажать. Затем с запада подойдут наши вместе с коробочкой. Коробочку у них забираете. Возвращение контроля над штабом X-LAN заняло не очень много времени, после чего синие продолжили работу по уничтожению точек противника. Поэтому круговая оборона. Здесь есть ящик. Кому надо зарядиться, есть ящик. Заряжайся. Контакт! Ну мы выстраиваемся перед респом зордога, такие, сейчас они побегут, мы будем расстреливать. Я помню, мы бежим убивать вот эти коробки зорда, которые были не коробками, а просто чуваками, которые убегают с базы. Вот, мы их пытаемся догнать, радостно пытаемся расстрелить, вот мы разворачиваемся, у них толпа ребят зордога, так выстрелила в цепь, такая, привет, и нас всех расстреляла. В конце игры синие прижали желтых к мертвяку, и кельт вызвал зордога на поединок.
По итогу игры синим удалось уничтожить почти все точки желтых. Свои точки они не потеряли. В этой игре победила сторона синих. Если вам интересен финальный счет, вы можете его посмотреть в описании к этому видео. Ну что, друзья, это было круто. Несмотря на то, что я безвылазно сидел в штабе, даже мне вот эти вот благородные доны приносили пострелять. Спасибо за хорошую игру, друзья. Друзья, всем спасибо за отличную игру. Было очень сложно, интересно. Игра получилась очень ровная. Постоянные качели то в одну сторону, то в другую. Мне даже из штаба на все это и смотреть, и участвовать было очень интересно. Всем спасибо. Ура! Всем спасибо, все приходили в гости, принесли много-много пострелять. Игра удалась. Всем спасибо. Победила сторона синих. Это речь Петровича, она произвела феерическое впечатление. Петрович. One love просто. Это, ну, Петрович, в принципе, с ним ранее познакомились на Империи как раз. Но вот этот стендап я его регулярно пересматриваю, показываю родителям, мне даже не стыдно. В результате мою голую задницу озарял то салют, то красные фонари моих товарищей. Но это очень кратко, что было, потому что с утра нас отправили на секретную задачу.